Привет, дорогие подписчики и все те, кто случайно заглянул на мой канал. Обязательно подписывайтесь и делитесь в описании, как прошла Масленица в вашем городе. В моем городе Масленица ежегодно проходит на центральной арене у Ледового дворца спорта. Такой вот волк является символом нашей хоккейной команды под названием «Прогресс». Вот он, наш Давидик, это его первая масленица. Посмотрите, сколько чучел. Одно большое чучело и много маленьких от разных организаций, школ и детских садов нашего города. Как всегда, огромное количество торговых точек от разнообразных мастеров. А вот он, символ нашего музея Иднакар. Далее покажу вам сцену, где выступают разные музыкальные коллективы. И какая масленица без каруселей и аттракционов? И, конечно же, Дианочка не смогла пройти мимо каруселей. Вот он, наш сладкоежка Ярослав. Кушает сахарную вату, пока Дианочка катается на каруселях.
А Давидик даже не уснул ни разу за все время нашей масленичной прогулки. Вот они, заманушки для детей. Все шарики в районе 300 рублей. И огромное количество китайских игрушек по ценам втридорога. А какая масленица может быть без ползания на столб? Ну и, конечно, финальная часть, которую ждут все горожане, это сжигание чучела. Вот так прошли проводы зимы в нашем городе.